первое в России легкое метро и самая южная линия московского метро. Поехали! Я нахожусь на станции бульвар Дмитрия Донского, а Бутовская линия находится прямо за этой стенкой. Вот здесь вот она. Сейчас мы поедем на открытый участок линии, которую открыли в 2003 году. Следующая станция – улица Скобелевская. Вот мы сразу выезжаем на эстакаду. Вагоны «Русич» специально разрабатывались для линии легкого метро. Вот так выглядит типичная станция Бутовской линии. Металлическая крыша, опоры, противошумные экраны. Обратите внимание, здесь два рельса. В случае того, что если поезд сойдет с рельс, чтобы он не упал с эстакады. До 2014 года линия обозначалась под номером L1. Очень напоминает монорельс. И фирменная табличка. Станции здесь укороченные, чем на обычных линиях. У поезда «Русич» вместо 5 вагонов 3 вагона. Вот на этой линии впервые применили лифты. Давайте съездим на новый участок линии. Лесопарковая, самая пустая станция московского метро. Удивительно то, что дневной свет проникает на станцию, хотя она подземная. Битцевский парк. Интересное решение, дизайн свода несимметричный. Источник света находится на противоположной стороне. Изображены какие-то собаки, лошади. Ну, конечно же, это означает, что рядом находится парк. Скульптура Ноев ковчег перед входом. Обслуживается линия депо Варшавская. Русичи очень хорошо обогреваются, так что нет холода. Перегоны очень короткие, поезд преодолевает их чуть больше минуты. Вот так вот выглядела станция при постройке. Именно так выглядит край метро. И там стоит какая-то будочка. Интересный факт. До 7 утра и после 9 вечера поезда ходят со скоростью не более 30 км в час. Это сделано для того, чтобы не мешать жителям близлежащих домов. А я решил сделать челлендж. Отвечаю на все комментарии. Да-да, все. В течение суток. Wipe me down, wipe me down, wipe me down.
guarantee that she like me now. Ain't got no time for no wifey now.